очень рада этой встрече. Всем, кто в зале. Добрый вечер! Из высоких кулис с видом аристократа он настоящий народный артист лагерного формата. Перед своим зверинцем, с баронами, с наследным принцем король Франциск сидел. С высокого балкона он глядел на поприще сражения, ожидая. Весь дитя добра и света, он весь свободы, торжество. Пахнет в хате квашнёй и дымом, за порогом бурлит весна. И стало немцам тут понятно, не победит такой народ. И в честь 78-летия победы в битве Сталинградской танцуют у фонтана дети и радуют веселой пляской. Я люблю родину. Я очень люблю родину. Вернулся назад и решил для себя. Зачем же бежать? Разве того хотел тот мальчишка, который боялся остаться один? Людьми ценилась не везде, и поздно почему-то. Бывало, сядет на плечо, никто и не заметит. То вдруг обнимет горячо и всю дорогу светит. Ведь с каждой в жизни новую подножкой шагала все увереннее вперед. Неискренность страшнее черной кошки, что поутру дорогу перейдет. Я тоже отчасти такой же ронин на перепутье. Куда занесет мое дело, и кто тот счастливчик, постойте. В отражении радость, только не беспокойте. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были же схватки боевые, но говорят, еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина. На землю опускаются легки, как будто снегопад в конце июля. За горсточку белой наклонись, ладонь сожми, чтоб ветерком не сдуло, обратно на земь, а отнюдь не ввысь. Счастье порой нам кажется так далеко, но этот адрес счастливый я не забываю. На войне тут же воплощаются, но мы же можем просто взять, попытаться друг друга понять, перекинуть друг другу мосты и возделывать вместе сады, чтобы было где жить и мечтать. Зеленое небо, красные облака, а больше краски нет.